Ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera, sì, buonasera, perché beh, a Mosca sono già le 4:30, in Lettonia sono le 3:30, quindi buonasera a tutti. Oggi parliamo di una piccola parola ma molto importante. И la domanda è stata questa. Привет всем. Сегодня поговорим о совсем одном всего лишь слове, но слове очень важном. Вопрос пришел из YouTube, и вопрос звучал так. Объясните разницу между stesso, lo stesso, la stessa, stessi и вообще вот это слово, как вообще с ним обращаться. Мне вопрос понравился, потому что на самом деле слово маленькое, но удаленькое. И давайте сегодня поговорим о том, как использовать это словечко в наших разговорных фразах. Да? И говорим про stesso, stessa, stessi и так далее. И сложность, как обычно, заключается в том, что в зависимости от того, как мы используем слово stesso, она будет означать немножко разные вещи. Давайте сразу по примерам, и потом, как обычно, все примеры будут в комментарии после эфира. Да? Итак, первое значение словечка stesso – это такой же, одинаковый, тот же самый. Например, если я вам скажу такую фразу, «Amiamo la stessa persona», да, мы любим одного и того же человека, «la stessa persona». То есть по этой фразе мы уже видим, что в таком контексте слово «stesso» занимает место перед словечком «persona», и мы никогда не забываем про определенный артикль, это прям важно, да? «Amiamo la stessa persona». Классика жанра «Sono nati lo stesso giorno». Они родились в один день. «Lo stesso giorno». Обратите внимание, те, кто недавно учит язык, артикль в этом случае, он не зависит от слова «giorno», поскольку мы выносим «stesso» вперед слово «дня», а слово «stesso» у нас начинается «s» плюс согласное, то во всех случаях мужского рода единственного числа появится «lo». Да? «Lo stesso giorno» – один и тот же день. Да? Или, например, «Vorrei lo stesso posto di ieri». Я, например, покупаю билет, я говорю, я хочу то же место, что и вчера. Вот как мне сказать «тоже», «такое же»? Вот «то же место» – это так оно и будет звучать. «Vorrei lo stesso posto». Да? Или, per esempio, «Faccio sempre lo stesso lavoro». Я все время делаю одну и ту же работу. Вот это одно и то же. Вот оно, да? Faccio sempre lo stesso lavoro. Или мы с подругой меряем свитера и говорим abbiamo la stessa taglia. У нас одинаковый размер. Да? То есть здесь, опять же, как обычно, не советую опираться полностью на русский перевод, но смысл будет такой же, да? Как одинаковый, один и тот же. Abbiamo la stessa taglia. Faccio lo stesso lavoro. Vorrei lo stesso posto di ieri. Да, то есть в этих конструкциях обязательно мы используем stesso с артиклем, и оно всегда будет стоять перед существительным. Соответственно, можно сказать, опять же, nello stesso tempo, в то же самое время, да, и так далее. То есть это первое значение, и с ним более-менее все понятно. Главное не забывать про артикль и ставить его верно. Второе значение, оно уже немножко другое, и оно здесь можно вставлять его в такие выражения, когда мы говорим «я сам», «он сам», «ты сам», у нас вылезает вот это вот «сам». Когда в русском языке вылезает «сам», что случается в итальянском языке? В итальянском языке я говорю «io stessa non posso farla», то есть «я сама это сделать не могу». Могу я убрать «stessa»? Могу, да, сказать «io non posso farlo», пожалуйста. Но я могу сказать также «io stessa non posso farlo», и это будет, в принципе, ну, то же самое усиление, когда мы говорим, что «я сама», «он сам», per esempio, «Lo farò io stessa». Да? Я сама это сделаю вообще. Да? «Io stessa». Или, например, меняем опять же. «Voi stessi avete fatto questo errore». То есть я могу сказать «avete fatto questo errore». Вы сделали эту ошибку. А могу сказать «voi stessi avete fatto questo errore». То есть вы сами сделали эту ошибку. Здесь нам просто, да, то есть мы играем этим «сам», добавляя вот эту вот эмоцию, добавляя усиление в эту фразу. И оно здесь работает по другому принципу. Оно стоит сразу после личного местоимения. Да? Per esempio, «I genitori stessi non ne sapevano nulla». А родители сами ничего об этом не знали. Вот родители сами. «I genitori stessi non ne sapevano nulla». О, per esempio, ma me lo ha detto lui stesso. Он мне же сам это сказал. Да? То есть я могу сказать, что lui me ha detto, но если я скажу me l'ha detto lui stesso, это будет вот а он сам же мне это сказал. И, соответственно, отсюда растут вот эти выражения, как deve tutto a se stesso, то есть он всем обязан самому себе. Да, вот это вот a se stesso, это вот тот же самый сам, который пролезает в этом выражении. Да, примерно пишу. То есть здесь уже немножко другой контекст. Каждый раз, когда в русском языке вылезает я сам, ты сам, он сам, они сами, в итальянском возникает слово stesso, оно меняется по роду и числу, и оно всегда стоит за личным местоимением. Да? Lui stesso, lei stessa, i genitori stessi, io stessa и так далее. Вот. Что касается третьего значения, да, здесь еще одно очень ну, такое смешное. Когда мы в русском языке хотим сказать тот же, такой же, но немножко с другим контекстом, а именно, per esempio, la casa è sempre la stessa. Что это такое? Это дом все тот же, да, то есть с тех пор, как ты там был, ничего не поменялось. И здесь я скажу, la casa è sempre la stessa. Или же, например, il mio indirizzo è sempre lo stesso. То есть у меня по-прежнему все тот же адрес. С чем мы здесь играем? Мы здесь опять играем со словечком stesso, но уже опять же в сочетании с артиклем. Да? La casa sempre la stessa, l'indirizzo sempre lo stesso. Oppure posso dire che Marco non è più lo stesso. Он не такой, как был раньше. Да? Он уже не такой же, каким ты его знал. Non è più lo stesso. O per esempio, gli invitati sono gli stessi dell'altra volta. То есть приглашенные все те же, что были в прошлый раз. Gli invitati sono gli stessi. То есть здесь, опять же, мы играем с родом и с числом, и мы опять играем с артиклем. И, ну, классика жанра, да, сказать, что il mio indirizzo è sempre lo stesso, la mia casa è sempre la stessa, e la nostra situazione è sempre la stessa. И все у нас точно такое же, как раньше. Да? Вот еще один вариант. И здесь возникает еще одно значение, которое очень часто как раз сбивает с толку. То есть, если мы сейчас с вами крутились в такой же, одинаковый, то здесь нам придется немножко пересмотреть, потому что здесь в русском языке будет возникать слово «все равно». Причем как? «Все равно» в значении противовеса. Например, «piove», да, «stasera piove, ma verrò lo stesso». Вот здесь не надо переводить это как «я сама приду», потому что это совсем не то. Это четко выражение «lo stesso», которое никогда меняться не будет, вне зависимости от того, кто совершает действие. И оно будет переводиться как «вопреки чему-то, я все равно приду». Да? «Io verrò lo stesso». Или, например, «Anche se tardi, vieni lo stesso». Ну давай, ну приходи все равно, не важно, что поздно. Да, vieni lo stesso. O per esempio, anche se tu non hai voglia di farlo, да, если даже тебе не хочется этого делать, devi studiare lo stesso. Да? Devi studiare lo stesso. Тебе все равно надо учиться. Да, но вот в русском у меня подтягивается сразу все равно. Но оно никогда не меняется. Да? Devi studiare lo stesso. Io verrò lo stesso. Vieni lo stesso. Или, per esempio, te lo racconterò lo stesso, я тебе все равно это расскажу, да, anche se non lo vuoi sentire, даже если ты не хочешь это слышать. Или, per esempio, ci andrò lo stesso, я все равно туда пойду. И вот это прямо как устойчивое lo stesso, он никогда не разлучается с lo, он никогда не бывает в других формах, и это значит, когда вы что-то делаете в противовес, вопреки чему-то, или, как мы говорим в русском, я все равно тебе позвоню, да, ti telefonerò lo stesso. Ну и, соответственно, очень часто это значение возникает в, как сказать, да мне все равно, вот как это сказать, так и сказать, per me è lo stesso, да, то есть можно прям так ответить, per me è lo stesso. Поэтому я думаю, что понятно, с чем связана путаница, потому что у словечка «stesso» есть, наверное, таких три основных варианта развития событий. Я всех напишу в комментариях. То есть мы начали с вами с разговора о том, что «abbiamo la stessa taglia» или «vorrei lo stesso posto». Да? Потом мы продолжили с lo farò io stessa, i genitori stessi non ne sanno nulla, и продолжили устойчивым выражением lo stesso, как все равно, несмотря на да, io verrò lo stesso. Это три ипостаси этого слова, и я думаю, что оно очень приятное для использования и не должно вызывать сильных сложностей. Напишу примеры, будет проще. Basta per oggi, alla prossima e ciao ciao a tutti, grazie.